Пропустила пару интересных вещей, надо бы наверстать все это дело. Рыцарь слабозрячий. Во-первых, кольцо жадного змея плюс 3. Все там же, где я находил новый хекс на мага. Можно лестницу опустить. Кольцо. Так, теперь монолит. Монолиты меченый. Опачки. Похож я на человечность. Прям сразу бездна вспоминается из первой части. Манус там. Мужики с хексами, которого пол лица отрывали. А еще чей-то фарм человечности вспоминается. Явите свою человечность, написано на стене. Явил, собственно. Пехота очередная. Сразу минус мужик. Что-то не мешал. Ну, в принципе, дольше там можно и не задерживаться. Но раз уж я здесь. Не бомби, родной. Не надо так. Ну, смотри-ка, еще один доспех. А я так долго первый выколачивал. Ну, а тут второй на халяву. Еще и перчатки. Лёль.
И там пришлось мимиком обмазываться. Кольцом жадным змеем плюс 3. Рапирой. Знатока кристальных чар. Чтоб броню выколотить. А тут все на халяву. Вот, собственно, и щит, который пыхает огнем. 40 стабильности, хреновая защита от всего, кроме огня. Зато можно пыхать. А что еще нужно для счастья? Монолит, вы не грешили, вы не прокляты. Прекрасно. Слишком православен. Ненавижу, блин, прыжки. Стой, хуже будет. Блин. Что, ящерица перекатываться умеет внезапно. Мужчина, проходим, не задерживаемся. Отвлекайся, родной. Лол. Серьезно, фул комплект с парой мужиков. Вообще без вещей на поиск. Давай, шлем еще упади. Лол. У меня же ничего нет вообще на выпадение предметов. Да. Вот так всегда. Как не нужно, так оно падает просто массово. Когда пытаешься целенаправленно что-то выфармить. Хрен когда дождешься. Что, друг, нашел я? Все. Точно? Конечно, прости, я знаю, что ты не станешь мне лгать. Спасибо тебе, спасибо. Прямо сейчас туда и отправлюсь. Еще немного, и я все узнаю. Кем я был, зачем жил, как меня звали. И все это благодаря тебе. Благодарю тебя от всего сердца. Клянусь именем, данным мне при рождении, я твой друг. Что бы я ни узнал, кем бы я ни был, окажи мне честь, позволь быть твоим истинным другом навеки вечные. Еще немного, я все узнаю. Да. Как тебя звали? Обязательно узнаешь. Даже не сомневайся. Правда, не факт, что мы с тобой друзьями останемся. Так, и последняя вещь. Ну, туда я, в принципе, не ходил. Собирался после болота туда заглянуть. Но так и забыл. В прошлый раз. Та самая башня. Эх, черепашка никуда не поехала. Да живи, ящерка, живи. Собственно, здесь ничего нет. Что-то должно быть, наверняка, но что-то ничего нет.
надо и ладно. Тут нужно мягенько. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И еще разок. Хавель плюс 3. Все. Теперь вроде все собрал. Идем дальше. Так, ну можно и кольцо свое вернуть. Здравствуй, Верна. Опять же вспоминаем первый ДС. На-ка. Чуть-чуть чешуи. Самую малость. И еще немного. С добрым утром, родной. Че, ну-ка тебя нафиг. Не задело, что ли? Какой? Ну, там вроде ничего интересного. Так, для начала наверх. Изи байт на ящерку. Изейший просто. Немного хилок, немного самоцветов. Лучше двумя руками держать, слишком... Место узкое. Широкими ударами не поспамишь. Ну и, собственно, вернулись сначала. А теперь вниз. И вот он, наш друг. На картах сидит. Симок только не хватает. Знакомая поза, не правда ли? Где-то вы ее видели уже. Наконец, вот ты. Теперь я знаю точно, кем я был. И я хотел бы отблагодарить тебя за все это. Иди туда и загляни за разрушенную лестницу. Там лежит такое чудесное сокровище, но никто не приходит, чтобы его забрать. Оно изменит твою жизнь. Я безмерно тебе благодарен, я буду повторять это вновь и вновь. Иди туда и загляни за разрушенную лестницу. Да-да-да, ты мне не веришь? Что же там, что же там? Ну, конечно же, пендаль православный. Кажется, всех людей рано или поздно губит жадность. Какой вздор для того, кто, как я, лишен мирских желаний. Эй-ка, лысый из Бразерс. А, в смысле, лоскутик. Неразрывный. Не знаю. Может, просто мы не можем по-другому. Я буду молиться за тебя, добрая темная душа, за тебя. Такие дела.
Лоскутик это. Лоскутик. Вот это поворот. Никто такого не ожидал. Впрочем, польза от него все-таки есть. Он там кое-чего оставил. Неприятное место для сражения с мимиком. Надо немного подрасчистить. Да, вон ништяк валяется от лоскутика. Я, кстати, не помню. А работает ли на него стелс-пехота? Скорее всего, нет. Но я вроде не проверял. Смотри-ка, работает. Кольцо злого глаза плюс 3. Больше, больше здоровья за убийство. Так, ну отсюда не долететь, естественно. Так, можно вроде сюда упасть. Для начала костер, конечно же. Так, и присесть, чтобы сразу сюда вернуться. Да, чё это я? Скелеты, правда, резнулись, но это такое. И за его квест мы получаем его броню, которая весьма, весьма крута. По-моему, круче этой брони только Хавель. 18,2 защита от физики. Круче вроде у меня вообще ничего нет. При этом достаточно легкая, ну, относительно легкая, 15,6. Легче Хавеля. В общем, пока еще не время, но я думаю, что поюзаю ее. Надо больше переносимого веса. Плюс там кольцо Хавеля, кольцо благосклонности и... Можно, кстати, даже прямо сейчас.
Так вот. Да вообще изи влезет, по-моему. Так, где там, где там, где там? А без кольца? Без хавеля влезет? Черт, чуть-чуть не хватает. Тихо, родной. Не надо так. А, подожди, подожди, я хотел... Кольцо с медлящим драконом же еще надо было взять бы. Правильно, давай прямо в самое пекло. Так вот. Давай, на днище. На самое-самое дно. Так, ну ладно. Это было забавно. Так, подожди, давай вот сюда. Так вот. Блин, надо было оставить только ключевые. Вещи-то я теперь уже и не помню. Северная вроде были. А, не, погоди, перчатки клирика вообще из зал. Так вот. О! Вспомнил! Вспомнил. Еще немного чешуи. Вспоминается второй ДС. Там в замке тоже была куча невидимых стен,
Громовая стрела. Блин, ладно. У меня веры все равно не хватит. Говорят, крутой спел для клирика. Один из самых лучших. Ну, поговаривают. Сам-то я, опять же, не проверял. Здорово, Гвин. Чё как? Поделишься колечком-то? Мерзкий мужик. Рыцарь за стеной. То, чего так не хватало мне в начале третьего ДС-а. Dual wield мечей. Блин, во второй так круто было с двумя грейтами бегать. Мне кажется, нереально сложно вообще этой комбой попасть по кому-нибудь. По боссу так вообще забей. По рядовым мобам, ну хрен его знает. Еще вроде как-то можно огнем пыхать. Но у меня как будто статов не хватает. Буду как-нибудь играть через силу. Обязательно примерю. Надо попробовать будет как-нибудь сюда пораньше прийти. Вот как только так сразу. Но я уже говорил об этом. Тут много всяких клевых ништяков. Одни кольца плюс 3 чего стоят? Опачки. Давай, давай сюда. Вроде как 10 стамины в секунду восстанавливается. Ну и последний шорткат. Не будет. Остались, в общем-то, только боссы. А давай-ка сразу назад. Мало ли. Босс, конечно, не самый. Ай, ты-то еще, друг. Босс, конечно, не самый сложный. Но, тем не менее... Всякое бывает, знаете ли. Так, намного дешевле по мане обойдется.
Надежда, возвращайся туда, откуда тебя прислали. Нет, бездна бесконечна, согласно королевскому указу. Никому не позволено нарушать покой нашей госпожи. Но мне там можно? Я клёвый. Глупость. Королевская воля — это не шутка. Не шутка. Судья Арго, призову тебя к ответу. Копье церкви, верный защитник нашей принцессы Филеоноры. Это типа местный зеркальный рыцарь. Если вы понимаете, о чем я. Даже мне не может баланс сбить. Тебе ножами. Вот у меня и вопрос возникает. Нахрена они нужны? Же ты ловкий, молодой человек. Так, ты маны не напасешься. Эх, стамины не было, так бы бэкстеп-то прописал бы. Мужик, мужик. Полегче, не вижу же тебя. У него катана. Можно себе такую же замутить. Правда, босса нужно завалить. Фастом, фастом, фастом.
Халява. Да ё-моё. Эх, не успел. Ну, кто не успел, тот опоздал, как известно. Я с кольцом с дремлющим драконом бегал, да? Здорово. Думаю, как-то дэмэджа не хватает. А, ну вон он еще, Михалыч. Что, поехали к принцессе? Принцесса и яйцо. Девушка с яйцом. Разрешите потрогать? Вот смотрите-ка, она его чистит явно не блиндометом. Какое-то оно не крепкое. Мадам, но надо же заботиться о своих яйцах, ну что вы. Жух. И вот она уже не накрашена. Все заруинил. Все заруинил. А впрочем, ничего нового. Самая большая арена в игре. А босс вот не самый большой. Странно. Ладно, пойду потрачусь. Давай, на все деньги. Что ж, друзья, на этом все. Там, приодену сейчас чуть получше. Магии воевать с последним боссом такое себе. И до новых встреч!